Привет, ребята! Вот в этом видео я хочу спросить, верите ли вы в магию? Это я не просто так показываю, просто недавно у меня выпал зуб, и это я положил, этот зуб я положил под подушку. И не стала говорить, что у меня выпал зуб родителям, потому что они могли положить, чтобы просто порадовать меня. Но, как я говорила, я не говорила, не сказала родителям, и потом спать легла. А потом под подушкой я нашла вот это. Я даже сейчас с мамой разговаривала. Если бы она положила просто монетками мне 50 рублей, а вот такой бумажки у нее не было, именно бумажки 50 рублей, у нее были только другие купюры. А если бы монетками положили бы, это уже не очень, я так скажу, правдоподобно. И когда, если у нас выпадают зубы, и мы их ложим под подушку, тогда появляется именно вот такая вот бумажка, 50 рублей, а не монетками. Ну, верить или не верить, это вам решать. Я, например, верю. Да. Ну ладно, всем пока. Всем люблю, всех люблю. Удачи, всего самого лучшего. Пока-пока.